Говорят, увидеть ремонт во сне к благополучным переменам. Ремонт на гарнизажной печи номер 2 был не во сне, а наяву. Массивный свод печи, словно громадный кошелот, раскрывший пасть. Ему нужно выпустить самую важную и крупную деталь – тигель весом около 50 тонн. Именно этому здоровяку уделялось особое внимание в процессе данного ремонта. Чтобы печь и дальше могла выплавлять слитки, тигелю обязательно нужно проходить курс восстановительных процедур. Происходит это раз в 7 месяцев или каждые 150 плавок. Если об этом забыть, то проблемы будут серьезными. Это приведет к выходу из строя как раз вот этого конкретного тигля, а именно произойдет разрушение токопроводящей части тигля печи. И потом очень тяжело будет восстановить его работоспособность. Раньше операция по ремонту тигля занимала 2 недели. Сейчас монтажники фирмы «Стройтехмонтаж» справляются за 3-4 дня. Благодаря запасному комплекту. Один уставший элемент аккуратно вынимают из печи с помощью крана, а на его место после восстановительных работ в самом пространстве печи ставят другой тигель. На этом ремонт заканчивается. А демонтированный комплект из самого медного тигля и рамы отправят на реставрацию на 1,5 недели, чтобы в дальнейшем, через 5 месяцев, он смог занять место своего собрата в печи номер 1.